Еще один квестик тут у нас где-то есть. Ну что? Люди счастливы. Люди так счастливы. И должно быть. Впервые с тех пор, как РС проклял нас войной, Делос пришел мир. А где Кира? Неужто не хочет выпить со своими людьми? Ты сохранил тайну. Я удивлен. Подарок был сложным человеком, но он был ее отцом. Она ушла, чтобы отправить его к Харону. Пусть остается гнить. Если бы подарок был моей родней, я бы оставил его тело гнить. Как и многие другие здесь. Так, это празднество, а не похороны. У нас есть вино и истории. Ха-ха-ха. Рассказывай. Воины заслужили. Даже Фален. Он тоже здесь. Вон там, вверх по лестнице. Я шел рассказать ему, как потерял глаз. Как команда. Готовы плыть? Как прикажешь. Но сперва позволим выпить и спеть. Присоединяйся. Ну ладно. Прощайтесь с жителями Делоса. Что это там за точка горит? На поле боя, что ли, она горит? Точка. Ладно, тогда туда не пойду. Балдеть, надо со всеми попрощаться. Охренеть. Ну хотя на Кефалине и так же было. Здесь бдительные стражники. Где бдительные стражники? Ты что, с дуба рухнул, я не понял. Ну что тут происходит? Для Харона. Ступай в черный, как ночь, реке и погрузись в бесконечную. Ты будешь плутать во тьме с призрачными мертвецами. Даже в царстве Ави. Не стоит прощаться в одиночестве. Я рада, что не одна. Я так долго этого ждала. И вот все случилось. Я думала, что обрету покой. А что чувствуешь? Я была полна мести. А теперь пусто. Мертв. Он мертв. И мы не можем это исправить. Мы? Не мы убили, а ты. Я могла попрощаться с ним, но ты мне не позволил. Я должна была отомстить. В смысле? Где ты была? Нормально, блин. Люди готовы отдавать за тебя жизни, и я в том числе. Боги благоволят тебе, но ты не замечаешь. Боги непредсказуемы. Из-за них я хотела его смерти. Боги изводили меня этой единственной мыслью. А ты все равно сказал, что убить его. Кира, стой! Ты слишком близко к обрыву. Оу. Ну что? Вся эта война ничто. У меня больше нет повода для мятежа. Ее не вернуть. Что? Кого? Боги жестокие. Увидимся, мама. И папа. Кира! Ну что, хватай ее. Что ты, блин? Мы снова будем вместе.
Жесть. Ну и где этот спартанец? Жесть. Да. Странно. В Элизии, Кира. А, вот. Ничего нету. Сейчас что этот спартанец скажет, что я виноват. Да. Мне что, встать во главе сейчас? Хотела, но кое-кого встретила. Алексиус! Знаешь Олу? Контрабандистка? Мы не в курсе вроде. Как вы познакомились? Она хотела уплыть. Ну, я пошла к фонтану в святилище, чтобы промыть руку и... А я шел молиться. Я приметил ее левым глазом. Левым глазом. А я увидела твою красоту правым глазом. Как две звезды рядом. Мило. Запах горящих подношений. Потные тела молящихся паломников. Прекрасно. Застав врасплох, любовь пьянит сильней. Сдается, вы уже как одна семья. Ты лишилась людей и корабля. Присоединяйся к нам. На Андрейсте для тебя найдется место. Нужна, значит? Ну, вольная жизнь. Вода впереди, ветер дует в спину. Что думаешь, милый? Добро пожаловать! Что ж, решено. Времени нет. Поспешите на корабль. Жестяк, бывает. Покиньте праздник. А где этот вверх по лестнице, я не понял. Может, надо было с ним сначала поговорить? Здесь меня могут заметить. Где спартанец, я не понял. Ну да, я его так не найду. Странно. Готов отправляться. Подарок мертв. Палет готовится стать полководцем, а у меня есть много других дел. Ну вот, подарок. Значит, пора прощаться. Произнесешь речь перед соратниками. Речь? Блин, ну давай. Нужно проститься. Тайвете! Тише! Тише! Алексиус хочет что-то сказать вам! Плохо. Друзья, мы победили! Трет так, хоть и нормально. И пусть такие люди, как Подар, не смогут захватить в нем власть. Так выпьем же за Алексиуса, за победу!
Что такое? Что с ним? Его отравили! Кто его травил? Это он! Он убегает! Схожу к Фалету! Догони его! Это не тот? Не понял. Это не тот мужик, которого я выпустил, что ли? Я так и знал, его надо было убить. Что за нафиг? Что за игры судьбы? И? Я спас тебя. Подарок мертв, но мы не будем свободны. В этой войне спартанцы ничем не лучше афинян. Палет не был похож на других. Он заботился об островах и их жителях. Раскрой глаза. Ему нужна была власть, как и подарку. Я не позволю, чтобы мой сын стал рабом лаконийских царей. Мисти, пойми, у тебя есть дети? Нет. С моей работой растить детей было бы тяжело. Я был учителем. Раньше, до войны. Я любил детей. Учитель. Мне казалось, что я делаю мир лучше для них, для своего сына. Если когда-нибудь заведешь свою семью, ты будешь защищать их изо всех сил. У тебя был шанс. У тебя был шанс. Я ошибся, дав его тебе. Скотина. Предал меня. Блюдок. Ты все испортил, ты виноват во всем, короче. Задолбал, я пойду принесу твой труп. Блин. Что за хрень? За что мне это? Блин. Почему так все пошло? Я делал правильные и хорошие выборы, но все равно я опять лошара. Почему все время так? Почему все время плохо, точно, когда я хороший? Прикажи подготовить корабль. Блин, Сократ. Сократ, как ты мог? Блин, прикинь, вот из-за доп квестов. Если сделать нормальную одну линейку, Сократ, нормально все. Хочешь вступить в команду? Я пришел попрощаться. Утром отплываю на торговом корабле. Да хранит тебя Посейдон. Варнава, Адрестия готова к отплытию? Корабль готов, но команда еще не оправилась после смерти Фалета. Хотя не сомневайся в своем решении спасти пленника в первый раз. Он нашел справедливость. Это стоило Фалету жизни. Его убил яд. Умер как трус. Ужасно. Он погиб, воюя за Спарту и Делос. Таким его и увидят, когда он пересечет Стикс. Именно. Помнишь, что ты сказал мне, впервые ступив на этот песок? Что мы должны убить подарка. Мы хотели так сделать. И ты сделал именно это. Тебя не просто так зовут могучим Мистием. Кто так делает? Он. Хватит! Он. Пора отдавать приказ команде. Куда отправимся? Встреча приключения. Мир у наших ног. Да и ветер попутный. Будем искать приключения. Как всегда. Что нам бонусы какие? Ёма! Так, грибцы, огонь, 3 урона при ускорении. Так. Филон. Горящие стрелы. Отлично. Все, шикарно. Древесину надо брать. Да, незабываемая ночь. Осталось еще пара вопросиков тут.
можно сбегать. Ну ладушки.